Слушай, ну а фанаты помнят его? Безусловно. Вспоминают, да? Безусловно. Ну а в чем это? Они пишут что-то, они просят что-то. Они пишут, они в Твиттере выкладывают фотографии с Игорем. Это вечная память. Конечно, то есть вот первая волна поклонниц, а это, извини меня, 70 миллионов девушек. Ага, на секундочку. Ну, 96-го уже года. Советских, да. Да, 96-й, 98-й, если не больше, по всему миру. Конечно, все помнят. Конечно, все помнят. Я тебе больше скажу, у нас некоторые хоры прописаны в фонограмме, когда мы даем концерты. И в нескольких песнях мы оставили голос Игоря Сорина. То есть он с нами... То есть сэмпл такой. Да, сэмпл. То есть он с нами еще поет практически каждый раз. Вот так, как-то вот такое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».